Мастерская Митьков, знаменитая группа петербургских художников, портал в мир неофициального искусства, необычный взгляд на повседневность. Привычную галерею из сотен картин сегодня дополняет еще и пластилиновый зоопарк. Лепить пластилиновых животных, чтобы помогать живым. Идея Паши Лукина, 12-летнего скульптора, пришлась по душе небезызвестным Митькам. Художники Дмитрий Шагин и Алексей Кирьянов, можно сказать, стали смотрителями необычного зоопарка и начали регулярно проводить для всех желающих бесплатные мастер-классы в формате уютных посиделок под гитару. Вот это Паша Лукин, который делает такие фигурки. Держи, Паша. И мы их снимаем на фотоаппарат. Потом мы делаем футболочки какие-то. И потом эти футболочки продаются на благотворительных аукционах. С продажи футболок или тельняшек идет на лечение и на корм, и на всякие лекарства. Обеспечение больших собак, бездомных, и мы им помогаем. Приглашения на такие мастер-классы периодически появляются в официальной группе пластилинового зоопарка ВКонтакте. Вылепить можно кого угодно. Слоуни, колени или гриб-мутант. Творцы ограничены только своей фантазией. Мы сделаем такого питерского котика. Отлично. Вот. Сначала надо вот взять и так вот такую сделать колбасочку. А теперь надо мордашку, шарик, одно ушко. Делаем вот, а вы сюда второе. Вот так. Глаза оливками. Вот сюда, вот тут, типа, усики, и туда язычок. Вообще, обычно человек, который первый раз приходит, начинает рисовать или лепить, он немножко как бы зажат, стесняется. Его главное немножко направить, подтолкнуть, чтобы... Вот это вы меня подтолкнули. На котика напал лицехват из художественного фильма «Чужой». Да. Одену ее в тельничек. Ну, осталось придумать кличку. Вот, ну что, смотрите. Явно грузинской породы. Кот Митько. Ты должен не просто сделать и выбрать, что ли? Нет, должен остаться плевочек вечность. А потому новослепленный кот Митько и другие достойные обитатели пластилинового зоопарка не просто украсят благотворительные тельняшки. Их, как и всякие достойные художественные произведения, ждут галереи, фестивали и другие арт-площадки Петербурга. Митьки об этом позаботятся.